За окнами весенний лес летит. Я еду в ленинградской электричке. Передо мною девочка сидит с георгиевской ленточкой в косичке. Сегодня эту ленточку носить на сумке можно, можно в виде брошки. Но я прекрасно помню и без лент, как бабка не выбрасывала крошки. Как много лишнего мы слышим в дни побед, но только этой патоке с елеем не очень верят те, кто в 10 лет питался в основном столярным клеем. А время умножает все на ноль, меняет поколением поколенье. И вот войны подлеченная боль приходит лишь весенним обострением. Над этой болью многие кружат, как воронье, как чайки. И так рады, как будто свой кусок урвать хотят бетонной героической блокады. Я еду в поезде, смотрю на все подряд. В окно, на девочку с прекрасными глазами. А за окном солдатики лежат и прорастают новыми лесами.